салам алейкум дорогие друзья многие из вас знают что пять лет назад я приобрел этот автомобиль пять лет он служит верой и правдой мне и моей семье сразу же на первый год как я изучил все его возможности весь его простор и другие достоинства у меня в голову закралась мысль так как мы любим еще при прежних наших автомобилях автопутешествия то почему бы на этом лайнере семейном не рвануть куда-нибудь в дальняк? Учитывая тот факт, что некоторые члены нашей семьи страдают аэрофобией, то есть не совсем положительно относятся к перелетам на самолетах, тем более автовариант, что не на есть кстати. До этого на прежних автомобилях максимальный наш круиз был в Кыргызстан. Это озеро Иссыкуль всем известное. Тогда мы на Паджеро третьего поколения тоже, 2001 года, хороший Паджерик был, 7 лет исправно нам служил. И вот на нем мы съездили и в Бишкек, и посетили Иссыкуль, Бастерия, Чалпаната и так далее. Теперь планируем совершить Дальнее семейное путешествие, впрочем, этому и посвящено наше сегодняшнее видео. Хочу поделиться планами и, возможно, кто-то подскажет нам какие-то тонкости, которые мы не предусмотрели. Во-первых, начнем с того, что путешествие у нас намечается в сторону Турции. Программа Минимум ⁇ это посетить Западный Казахстан, потому что мы, даже я сам не везде был а с семьей, тем более, Западный Казахстан, можно сказать, нам до сих пор не открыт. Поэтому программа «Минимум» – увидеть достоинства, достопримечательности и красивые места, исторические места нашего Западного Казахстана, Северного Казахстана. Программа «Максимум» – объехать всю Турцию. Программа «50-50» – добраться до Грузии. Поэтому эта мысль уже как минимум три года точно у меня в голове. Сразу же я накидал маршрут. Э -э благо, насколько я знаю, весь маршрут по без безвизовым государствам, то есть э виза не нужна, достаточно только загранпаспортов. Ну, начнем, наверное, с самого маршрута. Я прокладывал свой маршрут через западный Казахстан, выход через Атрау на Астрахань, потом Грозный, Грузия и Турция, примерно так, но почему-то карты Google карты и другие на мой запрос Астана тире Турция выдают маршрут в большей степени через территорию Российской Федерации. Я вот даже написал, что, допустим, километраж через Россию составляет из Астаны до самой отдаленной турецкой точки пять с половиной тысяч километров. Это маршрут через Кустанай, получается, сразу выходим через границу на российский город Магнитогорск, потом Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Грозный, Тбилиси и так далее. В общем, Google карты предлагают почему-то такой маршрут. Он самый длинный, но, возможно, он лучше по качеству дорог, может быть, еще по каким-то моментам. Вот это хотелось бы у вас услышать, чем он лучше, чем мой более короткий, вот, который составляет 5100, то есть на 400 километров я сокращаю, но по времени сокращу ли я или нет, вот это вопрос. Мой маршрут проходит через Кусанай, с Кусанай уже на октябре потом отрал и через Атрау на Астрахань. И, в принципе, дальше опять Тбилиси и маршрут уже совпадает. Поэтому как лучше мне поступить? Поехать через Казахстан. Хотя я наслышан, что дороги раньше были не очень, мягко говоря. Но вроде как бы их делали. Насколько ситуация изменилась в 2024 году? Вопрос, кто может подсказать, пишите, стоит ли ехать через Казахстан или все-таки сделать плюс 400 километров в петлю и проехать по российским городам и выйти уже на грозный и тбилиси жду ваших комментариев буду очень благодарен следующий по важности вопрос подготовка самого автомобиля обязательно у меня был план как бы обновить колеса обновил резина новая стоит масла все фильтра меняю вовремя но ну, понятное дело что перед выездом надо будет масло поменять Хотя суммарно проеду примерно в районе 10 тысяч, и, видимо, где-то э, в пути надо будет тоже производить замену масла и фильтров. Поэтому надо будет запастись э, собой. Обязательно, сами знаете, дорестайл, запаски нету, обязательно компрессор, баллонник, домкрат, набор жгутов и так далее. То есть обязательно если. Ну, честно говоря, запаску брать неохота. Поэтому ограничусь набором жгутов, домкратом и компрессором. Не знаю, канистру брать, не брать. Вопрос. Понятное дело, что все вроде бы как бы может пригодиться, но если все это брать, то чисто физически место, не знаю, хватит, не хватит. Еще один важный момент хотелось бы у вас узнать, кто в курсе по поводу правил дорожного движения, штрафов и так далее. Ну, плюс-минус правила у нас одинаковые, но, скорее всего, есть какие-то нюансы. Все-таки другие страны будем проезжать. Как говорится, чужой монастырь со своим уставом не ходит, поэтому при посещении страны обязан изучить правила, законы и другие тонкости. Поэтому просьба подскажите, если есть какие-то отличия от наших правил какие-то моменты, на которые чаще всего наши граждане там попадают, поделитесь, просто слышал, что и штрафы приходят, и неприятности с законом, хотелось бы этого, конечно, избежать. Следующий важный момент, это, собственно, сами члены семьи. Мы должны подготовиться как сами физически, психологически, морально, так и подготовить наши паспорта, как раз у нас с супругой в апреле этого года сроки паспортов истекли. Детям мы не делали пока, но надо делать паспорта обязательно. Так что нас пятеро, предстоит пять паспортов, так как старшая дочь у нас уже 16-летняя, то с 16 лет это уже взрослый паспорт у нас считается. Сыну 15, он еще ребенок. Де Юры у нас три взрослых паспорта и два детских. Вот на сегодняшний день

А всего суммарно на всех нас 162 тысячи 448 тенге. Вот подготовить 5 паспортов сейчас стоит ровно столько. Если в этом году не сделаем на сына, на следующий год будем ему тоже делать уже взрослый. Получится 4 взрослых и один детский. То есть с каждым годом все дороже и дороже. Ладно, паспорта мы, наверное, я прям завтра приступлю к изготовлению паспортов. Потому что там Скорее всего, тоже определенное время, возможно, до месяца придется ждать. Этот вопрос, в принципе, решаем, но эта задача стоит. Следующий вопрос ⁇ страховки. Страховки будем пересекать Россию, Грузию, Турцию. То есть как минимум три страховки будем получать на автомобиль. Хотелось бы узнать информацию по стоимости по тому, какие существуют лайфхаки, может быть. Я знаю, что страховки на разные строки тоже выдаются, там неделя, 10 дней, месяц, 3 месяца. Насколько я знаю, мы, граждане Республики Казахстан, можем находиться на территории Турции до 3 месяцев, автомобиль может находиться до 60 дней. То есть на одной страховке, заезжая на территорию Турции, мы можем два месяца передвигаться на нашем автомобиле, не покидая территорию Турции. Это очень важно. Если же бывали случаи, там на Кипр, на пароме переправлялись, либо же там дальше в Болгарию уезжали, то вас уже на, обратно на территорию Турции не впустят. Насколько это правда, тоже поясните. Нюанс по автомобилям. Автомобиль может заехать на территорию Турции только по истечении 185 дней, ну это, грубо говоря, полгода. То есть, если автомобиль уже был недавно в Турции, пересекал границу, и с этого момента, с момента выезда из территории Турции не прошло более 185 дней, то вас на этом автомобиле не пустят. На территории Турции тоже вы сами можете пешком зайти, но автомобиль не пропустят. Нужно будет либо же на другом автомобиле заезжать, ну, либо же пешком. Вот такой нюанс тоже, насколько это правда, насколько это так, насколько это актуально, тоже напишите. Еще нюанс по автомобилю. Автомобиль обязательно должен быть оформлен на вас. То есть тот человек, на кого оформлен автомобиль, должен быть вместе с вами. Если его нет... Бывали случаи, что приходилось вызывать на границе человек прилетал хозяин автомобиля, то есть на кого оформлен автомобиль. И только тогда автомобиль запускали на территорию Турции. То есть это тоже такой нюанс. Благо, автомобиль оформлен на меня. Вроде все чисто. Обязательно проверьте задолженности, налоги, штрафы это тоже может э, испортить вам поездку. Следующий, думаю, немаловажный вопрос это деньги. Понятное дело, надо накопить, без денег нет смысла ехать. Все это расходы, но как и чем платить? Валюта, конвертация, банковские карты. Хотелось бы узнать, как лучше рассчитывать именно расчет за какие-либо услуги, да, те же самые страховки, те же самые питания, ГСМ и так далее и тому подобное, потому что неизвестно, кто-то говорит, визы карты работают, кто-то говорит, любые карты казахстанские работают, кто-то говорит, не все, какие комиссии взимаются за это, где лучше обменивать валюту, кто-то говорит до границы, кто-то говорит уже после, там где-то заранее запасись. Вот эти вот финансовые нюансы тоже очень сильно интересуют. Во избежание проблем, неприятностей, чтобы быть готовым ко всему, как говорится. Понятное дело, что наличными много сейчас не возят, чисто вот по мелочи перекусить. В основном все на картах, где-то на счетах. Но везде ли это пройдет, чтобы не оказаться потом и без налички, и с карты не принимают. Вот такая просьба тоже написать. Следующий вопрос тоже очень важный. Это проживание в этих странах, начиная, ну, с Казахстаном, ладно, мы разберемся все-таки у себя, а вот в России, Грузии, Турции, везде ли мы сможем найти по приезду сразу проживание, может, есть какие-то контакты, адреса, скиньте, пожалуйста, как раз-таки вопрос по навигаторам, Тугиз и тому подобное, работают ли там, нет, потому что они очень здорово помогают, по крайней мере, вот в Казахстане, Вся информация есть и по отелям, и по заправкам, по питанию. Хотелось бы узнать тоже тонкости и лайфхаки по поводу вот этого важного вопроса проживания. Потому что, сами понимаете, в чужом городе, особенно в чужой стране, не будет особого времени на поиски. И хотелось бы приехать, сразу перекусить, там, отдохнуть. Ну, конечно, мы строим наше турне не из точки а, а в точку б в чем преимущество как раз таки автопутешествий это то что ты можешь остановиться в любом месте где тебе понравилось тот город в который ты направляешься не просто заночевать а желательно посмотреть его красоты до сопримечательности я строю маршрут примерно 500-700 километров за день не больше то есть надо не изматывать себя за рулем прям с точки А в точку Б там без отдыха. Пару часов за рулем, приехал до города, отдохнул, чтобы у тебя полдня было на прогулку, посмотрел, погулял, там, поужинал, лег спокойно вовремя спать. Утром рано проснулся, позавтракал, сел в машину, поехал дальше. До следующего обеда прибываешь в другой город, то же самое, пообедал, погулял, поужинал, лег спать, утром продолжаешь свое путешествие. Примерно так, чтобы не изматывать себя и чтобы о каждом городе остались какие-то фотографии, впечатления, память. Ну то есть по максимуму получать информацию, удовольствие, вот этот вайб современным языком с каждой локации и с самого вот этого путешествия. Поэтому комфортное жилье этому только способствует. У меня были разные мысли по поводу проживания. Конечно, не всегда, э, приехав в какой-то город, да, сиюминутно на нас жилье там ждать не будет, отель, номера. Поэтому если даже вдруг в час пик да, не будет никакого жилья, я уже думал, либо же с собой палатку взять. У нас есть большая шестиместная палатка. Но ну, не знаю, как это будет выглядеть. Либо же прям отдыхать в автомобиле благо можно заднюю часть расселить там наши девочки троем вполне умещается мы с сыном на первом втором ряду но ну, это посмотрим я все проэкспериментирую есть такие мысли есть варианты палатки всякие на крышу палатки пристроены я сейчас покажу вам картинки вариантов много я вот сейчас до сих пор думаю какой вариант лучше выбрать на всякий пожарный как говорится лишним не будет. А вы говорите, пишите, делитесь своим опытом, что стоит взять с собой, что не стоит. Следующий вопрос по топливу. У меня дизель, и насколько я знаю, по дизелю именно там проблем нет. Цены, конечно, отличаются. В Казахстане самые низкие цены относительно. В России уже цены чуть-чуть выше и на бензин, и на дизель. Но качество лучше, конечно, чем наша казахстанская. В Грузии цены выше, чем в России. И качество, говорят, лучше. В Турции аналогично. Цены выше даже, чем в Грузии. И за дизель, и за бензин. Но качество, говорят, вообще отменное. Прям евростандарт. Машина прям шепчет, летит, мягко работает. Экономичная. Прям радуется, говорит, то, что в Турцию попала. Но надо за это платить, конечно, гораздо больше, чем у нас в Казахстане. Делитесь своим опытом. Следующий важный момент – это питание. Про питание для карнивала упомянул. Питание для нас тоже нужно предусмотреть. Ну, предусмотреть как? Понятное дело, что в дорогу что-то будем всегда брать, там, в супермаркетах. Но вот именно где, как, чем питаться по всему пути – это, конечно, вопрос интересный. Рад буду вашим советам, куда по данному маршруту лучше заехать, что лучше посетить, какие заведения, наоборот, нужно избегать, какие-то тонкости, какие -то, какой-то колорит именно той страны, того города. Потому что каждый город, я уже не говорю про страну, имеет свои уникальные блюда. И хотелось бы не пропустить такой шанс и... Отведать всего и, как говорится, не нарваться на неприятности, так скажем. Потому что омрачить отдых можно хоть чем. Даже неправильно приготовленной пищей или блюдом. Еще немаловажен вопрос по связи. Сотовая, мобильная связь. Есть, я знаю, сейчас много решений наподобие ЕСИМ и так далее, где данная связь работает во многих странах. Нужно иметь постоянно хотя бы одному из нас интернет доступ, какие-то мобильный интернет, не знаю, точки раздачи, чтобы мог иметь возможность раздавать всем членам семьи. Хороший интернет желательно, чтобы связь была с родиной, так скажем, чтобы мы постоянно могли давать о себе информацию родным и близким, чтобы весь наш путь был виден, весь трек. Понятное дело, ну, со спутниками, я думаю, проблем нету, а вот интернет хотелось бы иметь всегда под рукой. Ну и сотовая связь, мобильная связь, в случае чего, чтобы мы могли всегда позвонить не только на родину, но и даже там, непосредственно в той стране, в том городе, по какому-либо объявлению, в случае поиска там жилья того же, да, какое-то заведение, там, кафе и так далее. Поэтому пишите, делитесь, как дела обстоят со связью для казахов в России, Грузии и Турции. Буду признателен. Дальше уже идут больше мои увлечения. Вы, наверное, знаете, что я никуда не езжу без своего велосипеда. Обязательно будет велосипед шоссейный, обязательно охота покататься. Везде, и в России по возможности, и в Грузии, и в Турции. Обязательно, я знаю, что везде есть велосипедисты, везде есть велогонщики, поэтому хотелось бы, может быть, даже присоединиться к каким-то группам. С удовольствием бы покатался на велосипеде, выехал бы на покатушку, пообщался бы, познакомился. Поэтому велосипед будет с нами. Еще мое увлечение с дронами, наверное, знаете. Хотелось бы узнать, как дела обстоят в тех же России, Грузии и Турции с дронами. Могу ли я провозить с собой дрон? на границе его там не денег, конфискуют у меня. И вообще, что могут конфисковать на границе? Ладно, на самолетах понятно, да? Там вообще пол багажа оставляешь, там требования серьезных самолетов. А вот на автомобиле по земле, все ли я могу провозить? Ну, понятное дело, какие-то наркотические средства, там огнестрел, там оружие и так далее. Это запрещено, это понятно. А из вот таких вот повседневных бытовых вещей и таких гаджетов, типа ноутбуков, смартфонов. Ну, смартфоны, думаю, пропустят. Но, опять же, я знаю, что смартфоны, бывает, проверяют прям содержимое, чтобы не было там каких-либо фото, видео или литературы там экстремистского характера или так далее. В этот момент, кстати, я слышал, что советовали чистить телефоны все, чтобы ничего такого не обнаружили. Но пишите, какие нюансы я, может быть, еще упустил. И вот по дронам очень интересно, потому что насколько я знаю, сейчас эта тема очень актуальна и во многих странах запрещают именно. Нужно получать разрешение специальные на полет, учет, регистрация, ВОЗ и так далее. Ну все, вот такие вот планы. Жду ваших комментариев, жду ваших лайфхаков. Поделитесь своим опытом. Не забудьте поставить лайк, если нравится. Я специально начал видео нашего путешествия именно с подготовки, потому что в интернете много видео кто ездит и с Южного Казахстана через весь Казахстан э, в Турцию, кто с России ездит, с других стран, но там в основном сама поездка. Как готовились, что готовить, что нужно учесть, какие нюансы, подводные камни и так далее и тому подобное. Вот этой информации, к сожалению, нет. Есть информация уже по факту. Хотелось бы работать на опережение. И надеюсь, что мое видео послужит кому-то полезным таким э, материалом для их подобных автопутешествий. Все, всем добра, мира и чистого неба. Пока-пока.